говорили сегодня об энергии, да, то, что мы можем накапливать энергию, мы можем в процессе накопления энергии делать упражнения или в процессе бывания энергии делать упражнения. На пик энергии мы делаем шаг, вот. И на этом мы построили с вами некую связочку. Да? То есть мы с вами шагаем в сторону. Да, мы шагаем вперед. Выходили солидно на 8. Да? Также мы с вами делали сегодня. После солидно на 8 выходили в крест. Очень правильно себя подвешиваем, выходили с вами на 8. Также мы с вами делаем крест, подвешиваем влево, да, выходили с вами на 8. И то, что мы сделали с вами последнее, да, мы ставили подвешиваем крест, делали энроски, заноску, украшение мужское, сакада. Если обратили внимание, девушки, и женское тоже там было, не обратили внимание. Да? И последний мы заканчивали опять крестом. То есть все вот эти моменты можно зацикливать. Вот делали это мы под музыку Пиацолла. Да? Мы сделали медленную часть, это можно делать быстро. Вот. Дальше остается выбор за вами. То есть, как вы будете использовать сегодняшнюю информацию, да? И мне показалось, что вы как бы немножко больше танцевали уже, да? То есть, у вас было уже какие-то ощущения, какая-то динамика, не только вот во мне, внутри пары, да? И мы немножко сегодня ближе соприкоснулись с музыкой самой, да? То есть... Вот об этом и был сегодняшний урок. Да, если хотите, можно, ну, можно еще раз. Можно вопрос, можно под музыку показать. Да. Да. Понятно.